Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет, где каждый день мы размещаем большое количество конкретных торговых рекомендаций и общих новостных сводок, которые также точно помогут вам в принятии торговых решений. Ну что ж, очередной день заседаний центральных банков. Вчера это был ФРС, сегодня эстафету такой монетарной решительности перенимает уже Европейский центральный банк и Банк Англии. Если спроецировать эти два новостных фона и повода на соответствующие финансовые активы, на европейскую валюту и фунт, они, как вы знаете, в арсенале наших торговых сделок и рекомендаций, и я по-прежнему смотрю на них по медвежьи, ожидая, что европейская валюта против доллара будет торговаться ниже, ну и, соответственно, британский фунт тоже, исходя еще из политических рисков, связанных с Брекзитом, и, конечно же, крайне удручающая ситуация с коронавирусом. Все это создает условия для локального и такого же среднесрочного снижения позиции британской валюты. Что касается заседания американского регулятора. Да, мы были абсолютно уверены, не только мы, что поскольку на самом заседании ожидаются какие-то фактические решения, корректировки монетарной политики, то рынок, который уже соскучился по такого рода значимым фундаментальным триггерам, точно придет в движение. Но оказались неправы, потому что, честно говоря, даже заседание ФРС, на котором изменили денежно-кредитную политику, прошло довольно-таки вяло. Но расстраиваться не нужно. Индекс доллара по-прежнему остается на многомесячных максимумах. И после того, что мы услышали, есть четкое понимание и убежденность в том, что вот этот жесткий посыл и такая же риторика американского регулятора, она создала очень хорошие условия, в которых можно выстраивать позицию дальнейшей бодрости американского доллара. Поэтому после вчерашнего заседания я почти не сомневаюсь, друзья, то, что мы дальше будем в месяц говорить о вероятности повышения процентных ставок в Штатах, о количестве этих повышений, будем смотреть за тем, как все это будет дисконтироваться в курсе американского доллара. По факту самих решений, как и ожидалось, ставка на текущем этапе осталась на прежнем уровне в диапазоне от 0,025%. Соответственно, объем тайпинга механизма выкупа облигаций или, как говорят, программа количественного смещения увеличен вдвое до 30 миллиардов, а с текущих 15. То есть это значит, что по сокращению программы количественного смягчения речь будет идти о сокращении покупки облигаций в объеме 20 миллиардов на казначейские бумаги, 10 на ипотечные. Теперь по фактам, по ступеням вот этой дорожной карты, которая была обозначена. В декабре это будет еще 90 миллиардов долларов выкупа облигаций, в январе 60 уже, в феврале, друзья, 30 и в марте 0. То есть я сейчас уже, полагаясь на фактические решения американского регулятора, хочу донести вам позицию, что в марте программа количественного смягчения в Штатах уже точно будет свернута. Или, скажем так, это сценарий, который мы точно увидим. Но ситуация может измениться. Например, дополнительный рост инфляции на одном из последующих заседаний американского регулятора заставит его действовать еще более активно, более стремительными темпами, сокращая эту самую программу. Но пока что давайте ориентироваться на март. Соответственно, после марта мы тут же переключим свое внимание на сроки повышения процентной ставки. И это самое повышение будет возможно в мае и июне. Самое главное, что мы услышали от американского регулятора вчера, так это то, что сам ФРС всерьез полагает, что в 2022 году у него будут все возможности, чтобы повысить процентную ставку не дважды, как ожидалось до этого, а три раза по 0,25%. Ну и, конечно же, друзья, это как бы вопрос риторический.
тире на засыпку. Как вы думаете, разве это не тот самый фундамент, на котором можно будет наблюдать за укреплением позиций американского доллара? Я оставлю этот вопрос без ответа, но очень скоро мы выпустим очередной квартальный прогноз на уже первый квартал 2022 года, и там подробно расскажу вам о своих ожиданиях по перспективам американской валюты. Для меня на текущем этапе достаточно вот этой уверенности регулятора, что условия будут приемлемы для того, чтобы ставку можно было бы разгонять. Для меня лично сокращение программы количественного смягчения и план ее полностью завершить в первых месяцах, в первом квартале 2022 года, это классный фундамент для отстраивания именно длинной позиции по доллару. ВВП, прогноз экономического роста, был пересмотрен с 3,8 до 4%. И при всем том, что было сказано, важно отметить, что американский регулятор уважительно относится к омикрону, допускает риски и определенную степень неизвестности, которая сейчас имеет место быть, но не видит в омикроне, с учетом эффективных кампаний по вакцинации, угрозы, ту, которую, вот, например, с которой мы работали в 2020 году. Поэтому план американского регулятора останутся пока что вот в конве именно ожиданий проведения более жесткой монетарной политики. Отсюда, друзья, делаем вывод, что американский регулятор дал нам то, что нам было нужно, потому что мы давно хотели перестроить свою торговую стратегию, тактику, сместив фокус именно на покупке американского доллара и на усиление позиции американца против ряда рисковых инструментов. Сегодня заседание Европейского центрального банка, опять же, никаких решений от ЕЦБ мы не ждем, потому что если бы они были даже с какой-то минимальной долей вероятности, их стоило бы ожидать, ЕЦБ нас бы заранее предупредил, потому что Европейскому центральному банку не нужен всплеск волатильности, который не готовы рынки. Поэтому решения будут в соответствии с ожиданиями, отсутствие изменений в программе количественных смягчений, разумеется, в процентных ставках. Поэтому контраст монетарных политик, вот, пожалуйста, вам лицо. Евро в аутсайдерах, также исходя из плохих макроэкономических данных и исходя из непростой ситуации с ковидом. Что касается британской валюты, то, по идее, после вчерашних данных по инфляции, когда мы увидели цифры максимальные с 2011 года в английской экономике, это стало следствием сохраняющихся проблем с логистикой, с срывами цепочек поставок, с высокими ценами на нефть. Я не думаю, что из-за введенных ранее повторных ограничений и исходя из такого мрачного показателя роста числа заболевших новым штаммом омикрон в английской экономике, Банк Англии вот сейчас, в текущих реалиях, пойдет на повышение процентной ставки. Это было бы странно. Поэтому я также сегодня считаю, что британский регулятор проведет заседание, но оно будет таким же скучным, как и заседание Европейского центрального банка. Поэтому роста британской валюты прогнозировать не буду. Ранее был шорт, опять же, на фоне ковидной обстановки, по причине ковидной обстановки и ожиданий роста курса американского доллара. Этот шорт остается в приоритете. Рынок нефти 74,42. Напоминаю, что последний доклад Международного аналитического агентства ясно нам дал понять, что влияние микронштамма на мировую экономику и на спрос на нефть может быть значительным, поэтому прогноз был снижен на 100 тысяч баррелей. Не вижу причин для того, чтобы сейчас покупать Brent и WTI. Опять же, то, что мы сейчас услышали по доллару, то, что будет его дальше поддерживать, это как раз причина, по которой сырье будет оставаться под давлением. Золото практически достигло до ранее обозначенные цели 1750, там несколько долларов не хватило, сейчас откатили, друзья. Я пока что в коротких позициях, опять же, только лишь закрепление золота выше 1800 долларов за тройскую унцию для меня будет причиной пересмотреть свое отношение к этому драгоценному металлу. Но пока что мы торгуемся ниже и, соответственно, пока что установка не меняется. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем хорошей торговой сессии. Пока.